Всем приветики. Как накачать баскетбольный мяч? Вот если у вас есть баскетбольный мяч, и он, допустим, вот прожимается сильно. Не сильно, но довольно-таки прожимается. Как его накачать? Вот есть такая штучка у мяча. Такая типа... Ну, вся, весь мяч такой весь цельный, и только здесь вот такая как бы дырочка. Она нужна именно для накачки. Берете насос. Вот у меня есть такой насос. И вместе с ним как бы идет в комплекте вот такая штучка. Такая трубочка. Она и нужна для накачки мячей. Вставляете ее сюда. Вот сюда. Вот так вот чуть-чуть вставляете. Чуть-чуть вставляете. И зажимаете. Все. Просто резьбой туда. И она держится все уже. И когда качаешь, начинаешь качать, оно прям сильно дует. А если вставить ее туда глубже, я просто сначала не знал, вставлял глубже вообще туда, далеко вставлял вот так. Так вставлял, зажимал. Во-первых, зажимается плоховато вообще почти что. Нет, зажимается, но плохо. Начинаешь качать, оно уже как-то... Не, хотя так же... Но в прошлый раз, когда я так вот вставлял, оно вообще еле-еле. Но я, правда, глубже вставлял. Ну, в общем, вот так вот вставляем примерно, да. И накачиваем. Потому что я туда вставлял глубже, и оно вообще не дуло. Потому что не надо далеко вставлять. Вообще можно ее поближе вытянуть, зажать. И дальше просто берем... И туда так вот вставляю. Все, оно уже там. А дальше, ну вот мы смотрим, мяч так вот прогибается. А дальше просто подкачиваем, чтобы он был крепенький. Уже прямо чувствуется помощнее стало. Так. Ну, вроде как покрепче стало уже, да. Так. Сейчас гляну. В общем, такое дело. У меня, оказывается, насос раскрутился. Вот, смотрите-ка, какая тут штука происходит. И вот отсюда воздух сифонит. Я, в общем, когда дую... Вон оно видно. Видно вам, не видно, не знаю. Сейчас. В общем, отсюда сифонит. И я просто, получается, раскрутилась. И в таком случае, если у вас тоже отсюда сифонит, просто подкрутите его. Потому что, ну, провод же туда-сюда крутится, вертится. И дальше раскрутилась. Просто подкручиваем, поджимаем. И уже становится получше. А дальше... О! Когда я качал, вы прямо слышали такое фу-фу с этой стороны. Это отсюда сифонило. А сейчас вот я качаю. Уже не слышно, чтобы сифонило. Уже такое слышно. Что потому что закачивает. Ну вот, ну и все, и накачиваете мяч просто. Вот. Правда, сколько качать я не знаю. Не перекачать бы, чтобы он не лопнул. Потому что тоже будет опасно. Ну, уже прямо крепенько. Так оно продавливалось, прямо такая большая поверхность. А сейчас вот только в том месте, где пальчиком давишь, только там продавливается. Сразу я давил, и такой большой круг продавливался. Сейчас вот, прямо аж... Ну, он уже чувствуется такой крепенький уже. То есть, реально он уже хороший. Я запачкал мяч немножко вот этой ерундой, которая здесь была. Она вся какая-то. Вот. А когда накачали, вы просто берете и резко вытягиваете. Вы слышали такое? Это воздух вышел. Все. Вот он уже крепенький. Его прямо давишь. Оно прямо... О, давишь так просто. Оно уже не продавливается. А если давить, так это надо прямо сильно. И оно продавливается только в этом вот маленьком месте. А сразу оно... Сильно продавливалось.
все уже. Ух, какой стол мощный. Уже прямо чувствуется, уже и руками не сдаю. Наверное, сильно ногу закачал туда, мне кажется. Вот. Ну, таким вот образом накачиваются баскетбольные мячики. Вот. А потом просто снимаете вот эту штуку обратно. Открываете, достаете ее. И все. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.